утро. Собралась я ехать, короче, на работу. Сегодня надо по максимуму поработать, потому что я уже вообще офигела и халтурю уже, короче, целую неделю, блин. Ну, на улице там, блин, бумажки собирала, блин. Первый этаж помыла и свалила. А сегодня нифига, хочу, короче, помыть все-таки дом. И уже в пятницу, допустим, помыть балконы там какие-либо, я не знаю, либо вообще придется тупо завтра выходить, чтобы как-то доработать. Им там всем все равно, а мне-то не все равно, грязь-то собирается. И в итоге, блин, и одна квартира сегодня будет у меня в том же доме. Вообще планировалось две, но в итоге одна, потому что все остальные продлили. Это прекрасно. На улице капец, вообще тепло, прям супер. Я в кофте с коротким рукавом и в куртке. Вот, и где-то там уже едет автобус. Я его прослеживаю на карте, потому что если выйти так, как по расписанию он стоит, то минут 15 я бы стояла. А Денис поедет, короче, на шабашку там с чуваком каким-то. В итоге, пока он еще дома, скоро тоже где-то в 10 будет выходить. Полина проснулась, сейчас будет кушать. И потом я позвоню, скажу ей, когда одеваться в школу. Ну все, квартира готова, осталось вынести мусор. Зайду сейчас в магаз и поеду домой. Короче, я все-таки сегодня помыла 14 этажей. Это просто капец, я чуть не умерла тут просто на работе. Зато, когда вот это вот все сделаешь, потом, в принципе, приходишь на 10-15 минут. И это круто. Так что в пятницу, не знаю, может, лестницу пойду подмету или что-нибудь, фиг его знает. Ну, короче, все, и тут отработала, и там отработала, все прекрасно. Они тут уже приедут, заселят людей, все, короче, с меня на сегодня хватит. Хотела в материк сгонять, блин, погулять, но, честно, уже нет сил. Вот, я хотела кулеры поехать докупить, потому что их с продажи, короче, снимают. И таких колеров я уже, в принципе, не найду. Ну, в следующий раз, как буду там, то, наверное, куплю пару флаконов. А так поеду, наверное, домой. Может, изделики я буду заливать. Фиг его знает. Не знаю. Еще в комнате доубирать осталось. Вчера почти везде убрала, кроме комнаты. И, блин, забыла, что мне ж еще на укол, господи. Каждый день хожу на уколы и, блин, забываю. Что это за склероз? Мне осталось, короче, сегодня и завтра уколоться. Это из-за этих праздников, из-за выходных. Уже давно уколы закончились, а эти 10 дней, 10 уколов, тянутся просто вечность. Так что сейчас я на чем-нибудь поеду в поликлинику, уколют, а потом в магазин, домой. Кофе Денису надо купить, не забудь. То, блин, кофе, а я потом, блин, забываю, прихожу домой, только вспоминаю. Все, блин, отпахала, свобода. Ну все, укололась я, короче. Блин, сегодня 9-й день, и так хорошо спине, прям капец. Я уже говорила, мне для спины колют, короче, миксибел и таблетки толперизон пью. В итоге, вообще я как новенькая, мне их никогда не кололи. Ну, это вот лекарства не кололи, в смысле, и таблетки такие не прописывали, но сейчас вообще облегчение на спину конкретное. Раньше было ходишь, болит, лежишь, болит, стоишь, болит, двигаешься, болит. И ноет постоянно. А сейчас вообще просто я даже хожу более прямо. Вообще красота. Завтра последний укол. Супер. Ну и будут сейчас решать, что с моей этой аллергией, потому что я вчера вечером чуть вообще там думала умру, блин, просто от этой чахотки. Не знаю, что за фигня, но в итоге будут выяснять, что это. Его 13 грамма придет 11 числа. Поэтому в ней будет понятно. Если она придет идеально, меня на какую-то там дыхательную фигню, сказали, отправят. И будут снова готовить к аллергологу на консультацию. Какая там консультация? Я уже тогда ездила, он не консультировал, ничего не говорил, а тупо в больницу хотел положить и все. Поэтому не знаю, как они сейчас будут делать. Все, иду в магаз и домой. Все, я уже дома. Покормила сейчас кота, вымыла посуду. И сейчас покажу, что купила. Вот, завтра Денис тоже идет там на свою эту шабашку, как он ее называет. Взяла, короче, хлеб белый и рулет. Короче, чтобы ему там бутерброды сделать.
потому что еду не берет, негде разогреть. Максвелл кофе ему, себе 3 в 1, 2 штучки у меня еще, 2 вчерашние остались. Собачья колбаса, ну и кошак периодически ее тоже подъедает. Так, сейчас я с кофейком медовичок, вот этот вот малюсенький кусочек, скушаю. И на вечер взяла вот такие вот мармеладки себе, одну и Полине, тут по 70 грамм. Вот, и усё. И усё, и пакет. Так что вот такие вот покупки. Да, прискакал уже, прискакал. И я подходила к дому, и прикол в том, что мне позвонили со Щёрса и говорят, мы съехали. Думаю, идите в сраку. Я не поехала в итоге квартиру эту готовить. Поедут они там сами, короче. Дочка этого Игоря поедет. Потому что, блин, я уже, блин, к дому подхожу. И, говорит, не позвонила. Почему? Потому что, блин, сидела бы где-то потом 2,5 часа. Поэтому я поехала домой. И, собственно, мне вчера сказали, что 1 квартира будет. Поэтому я сходила на укол, в магаз, домой. Вот. И сейчас, короче, пока у меня еще есть время. Сейчас у нас 2:10. Запишу на следующий вторник, попытаюсь Полину к окулисту. И что еще, и что еще? Пойду, короче, смонтирую несколько видосов, потому что вечером я уже поняла, что их нефиг монтировать, потому что уроки делаем, и не буду еще сидеть с закрытыми ушами и монтировать видосы, когда именно уроки с ней делаю. Но она вчера молодец, она свои уроки вчера сама практически сделала. Супер вообще. Она и частично что-то там в школе даже делает, когда нефиг делать. Ну, в итоге, вообще красота. Какой-то ребенок у меня супер самостоятельный. Вот, пересыпаю пакетики, всякую эту фигню выбрасываю. Вот сейчас это все в холодильник, короче. Ну, как все, вот это вот запихаю. Все, убираю, короче, на свои места. И пойду монтировать и загружать видосы. То, блин, там опоздание, капец. Я уже, ну... Пофиг, ничего страшного. Все, забываю показать, какие шкатулочки яркие получаются на этих колерах. Обалдеть. Еще шлифовать надо, чтобы, короче, до конца закрылась. Низ не шлифован и крышка не шлифована. Ну, прикольно. Но она посветлее намного. Сейчас покажу. Где-то вот так. Но она не такая синяя, как на камере. Прям такая голубенькая. А тут какая-то синяя прям. Вот, какая-то вот такая вот. Но она еще сырая местами. Вот так прикольно, неплохо. Но обычными колерами вообще фиг сделаешь такую яркую. Это красота. Сохнет, потом пошлифуем. Короче, без 26, а я сижу до сих пор, монтирую видосы. Это капец, у меня программа начала, короче, глючить, на которой я монтирую. В итоге капец, это испытание целое. В итоге сейчас загрузится вот этот вот видос, 86% уже. И придет Денис, еще Полина, кстати, тоже не пришла. Придет Полина, потом придет Денис, и пойдем, короче, мы в Санту, там в Санте у нас остров чистоты, пойдем за порошком, потому что забыла порошок купить. Вот, и сейчас малявка придет. Отдохнет, потом будем уроки с ней делать. Все, мы сходили за порошком и в Санту. Заглянули за продуктами. Короче, 23 капсулы Ариэль вот эти стоили без мало чего 25 рублей. Почти. Были 18 штук за 21, почти 22 рубля. В итоге эти выгоднее. Те 18 получились по 97 копеек, а эти 93. А там, где 30, получается 92 копейки. Так что, в принципе, как бы, вот, среднее. Вот это самое нормальное. Выцепила какие-то шпроты по 2,29. По 160 грамм. Баночки такие. Хотя, офигеть, когда я недавно шпроты делала, я 7 рублей за шпроты отдала. А здесь 4,58 за 2 банки. Офигеть, короче, надо за шпротами на Новый год в Санту идти. Собаки. Что ты лохматый какой-то, блин? Собаки. Не подстригу. Собаки есть, что пожрать? Не подстригу сегодня. Помидорки белорусские. Что собаки? Я купила бобик ему.
соус майонезный. Это буду делать, короче, шпротные эти бутерброды. Булка малой. И нам сырные лепешки. Все, вот такие покупки. Цена очень, кстати, хорошая. И думала, Тайд взять капсулы или Ариэль. В итоге, блин, такие пахучие попали. Вкусненько пахнут. Супер, супер, супер. Теперь надолго хватит. Пошел собаку кормить. А мы сейчас будем с малой уроки делать. А ты что тут под ноги мне зачупурился? А? А? Вкусно тебе? Что там ешь? Бобик ест. Ну так, сейчас я это поразгребаю, поубираю. Лазит тут. Призрак. Когда тебя стричь? Может, сегодня. Ага. А уроки ты будешь делать? Да, завтра. Да, блин, надо сегодня уроки сделать, чтобы дофига учить наизусть там, блин. Мы учим уроки. Тут надо что сделать? Вставить буквы и написать. Ставим буквы. В цвету правильно вставила. Дальше, какое следующее слово? Среди зимы, да? Какую букву надо вставить после «з»? «И». Как проверить это слово? Проверь слово «зимний». Как проверить «среди зимы»? «Зимний». «Зима». «Зими». Сказала первый раз «зими». О, жесть. Понятно? Вот так вот и учимся. Зими. Пусть будет так, но зато правильно. Пармелад этот, короче, который сегодня купила, вообще офигенский, вкусный. Прям очень вкусный. Пиши давай и вставляй. Зими. Ученица. Мы, кстати, за этим столом уроки делаем. Нам удобнее намного, чем там, на столе.